устали от городской суеты? Хотите отдохнуть в одиночку или всей семьей в живописном, экологически чистом месте и одновременно оздоровиться? Тогда санаторий Танып – отличный выбор. Двери санатория открыты для всех желающих с 2005 года. И мы стараемся постоянно улучшать условия отдыха гостей и набор лечебных услуг. Подтверждением этого стала победа санатория Танып в номинации «Лучшая здравница по комплексному оздоровлению». Санаторий окружен смешанным лесом, и на каждой прогулке гости наслаждаются чистейшим воздухом Башкирии с приятными запахами древесных смол. Санаторий Танып – это комплексное лечение и отдых круглый год. Для вашего удобства построены два пятиэтажных спальных корпуса, лечебно-диагностический, центральный и пищевой блоки, центр досуга, водолечебница. Корпуса соединены между собой теплыми переходами. Это помогает избежать перепада температур и поддерживать ваше здоровье. Для вашей безопасности на всей территории Таныпа организовано видеонаблюдение. Вы можете выбрать отдых в санатории с программой лечения или без, чтобы просто отдохнуть в окружении природы и привести мысли в порядок, как в хорошем отеле. В каждом номере санатория доступны все удобства. От принадлежностей для душа до шкафа, телевизора, холодильника, чайника, сушилки и гладильной доски. Во всех номерах есть бесплатный Wi-Fi. Душевая и санузел расположены в номере. Если вы отдыхаете с детьми, по вашей просьбе персонал поставит в номер детскую кроватку, а в столовой предусмотрены детские стульчики для кормления. Также есть игровая площадка с воспитателем. Решив поправить здоровье, после заселения вы встретитесь с врачом, который уточнит ваши показания, предложит скорректировать программу и составит расписание. В санатории Танып доступно более 40 лечебных услуг в рамках путевки и оплачиваемых дополнительно. Лечебные ванны, лечебная минеральная вода из собственных источников, лечебный массаж, хивамат, фитотерапия или кислородный коктейль, парафинотерапия, солевые ванны, лечебное плавание с акваэробикой, карбоксотерапия, озонотерапия и многое другое. После лечения, если оно предусмотрено, для гостей организован отдых на любой вкус. Мероприятия для детей, просмотр фильмов и мультфильмов в кинозале, вечерние дискотеки, конкурсы и викторины, бассейн с сауной и мини-аквапарком, выступления приглашенных артистов, настольный теннис, настольный футбол, бильярд, встречи по интересам, книжный фонд библиотеки. Много приятных впечатлений приносят конные прогулки, верхом или в карете, а также прокат велосипедов, гироскутеров, лыж и коньков. Дополнительно мы организовываем экскурсии к источникам целебной воды и местным достопримечательностям. В санатории предлагается четырехразовое питание на выбор, заказное меню или шведский стол с учетом пожеланий отдыхающих и показаний их здоровья. Как добраться до санатория удобным способом, например, из Уфы, Перми или Екатеринбурга, вы можете посмотреть на нашем сайте в разделе «Контакты». На территории также есть охраняемая платная парковка. Узнать подробности, забронировать номер вы можете по телефону или на нашем сайте. Санаторий Танып – современный оздоровительный центр для всей семьи. Здоровье и отдых в любое время года.